Роза кустарниковая принцесса Александра. У сорта необычайно крупные цветки теплого, светящегося розового цвета. Они густомахровые, глубоко чешевидные, окружены кругом более светлых внешних лепестков, что выглядит очень красиво. Несмотря на размер, цветки никогда не бывают неряшливыми. Из-за размеров лучше сажать сорт группами по 3 и более кустов, создавая баланс количества цветков и ветвей. Аромат приятный, свежий, чайный, что интересно, по мере старения цветка становится лимонным и приобретает нотки черной смородины. Очень устойчив к болезням. Морозостойкость до минус 23 градусов. Устойчивость к мучнистой росе и черной пятнистости. Очень хорошая, практически не болеет. Устойчивость к дождю. Очень хорошая, цветки дождем не портятся. Цветение повторноцветущее. С вами был канал Flower World. Подписывайтесь и ставьте палец вверх. Спасибо за просмотр. До свидания!